В чем разница? Я не слышала раньше. Сейчас будет! Practice! Just Dance! Боже мой, Юля! Тихо! This year, get ready to step into a new era of Just Dance. Let's check out all the exciting surprises the team's been working on. Боже мой! Меня трясёт. Это классная песня. Дышите, 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 дышите. Я его потрогала. О, какая прелесть! О. Подожди, только не говори, что сейчас будет речь про VR какой-нибудь. Я не знаю. Подожди. А, Can't Stop the Feeling будет круто. Так ешьте. Ну да, ну в смысле, что я... Это что, у нас теперь будут такие коучи? Ну похоже это на же совсем... тех, что были. Похоже на то, что было вот в последнем сезоне, где... Да-да-да-да-да-да-да. Шоу под Джастина Тимберлейк, это тоже. Сколько там всего? А, вон я вижу там Бубаю, повторение, да. Там повторение. Я уж думала, блин, что-то еще. Песни покажите, Ироды. Подожди, это намек на то, что можно будет как-то фоны менять? Не знаю, сейчас узнаем. Классно, мне уже нравится, боже мой. Песня клевая. Да. Привет, У нее даже туфли нормальные. Да, сразу видно. И, смотрите, они в цвет даже. И он такой, опа, опа. Our passionate team has been hard at work on the latest installment to bring you even more ways to dance. Будет, будут разные режимы. Just Dance renewed experience with a new art direction, user interface. Да, значит, новое меню, все новое, Юля, новая игра. And songs that fit your every mood. We also invite you to discover brand new characters. Follow them into immersive stories. О, мой бог! Смотри наверх, прикольно. Офигеть, смотри, как сверху. Я не могу, я сейчас умру. And it will continue to evolve throughout the year with new songs, new game modes, season, and much more. There is always something exciting happening in Just Dance. Это просто нереально. You can enjoy the new online multiplayer experience that will allow you to dance with whoever you want, no matter where they are. Новый World Dance Floor! С комнатами? С комнатами? С комнатами? Let's check out this new mode together. Ничего себе, новый мод, смотрите! Page of Just Dance, where you can discover all the activities. Боже мой, новое меню! Новое меню! Let's welcome our Just Dancers! Да ладно, меню, мне кажется, не так принципиально. Hello, главное, как игра внутри. You will be able to group with your friends. Interact with Блин, вот это А вот это вообще, прикинь, кошками лорика. Это то, что я хотела всегда. Okay. Это просто, прикинь, это то, чего мы так соберемся и вот так потанцуем. Да. Это то, что мы хотели после Just Dance Now. А, это будет вот так. Это будет вот так, капец. Мне кажется, это просто демонстрация. Ну, это я вон справа прям. Это очень круто. Great job, everyone. Let's take a look at the scores. And the winner is... Елена! Красиво. Елена, прекрасно. Вообще, вот эта игра, вот эта анимация. Обалдеть, это вообще какой-то Хардстоун уже. Реально, я только хотела сказать, что выглядит как карточки королевых играм каким-то. Just Dance 2023 Edition называется. Always have someone to play with, as you will join one united community gathered at the same place. Мне дурно.
We can't wait for you to get your hands on the game. Так. We'll leave you with the first glimpse of some of the amazing songs. Давай, песни, давайте! Just Dance 2023 edition. Goodbye. А где? Can't stop the feeling. Так, окей. А, The Just Dancers, ага, if you... О, это новый наш, типа, гимн. Razor B, нифига себе. КДА, так, ага, Madison Morad, я слышала. Так, это о, боже мой, это Ava Max, господи, ну зачем? Bruno Mars, ну окей. Color Us, Love Me Land. Блин, офигенно выглядят коучи. Это я тоже не знаю, Justin Bieber, а, это же Stay, господи, что это... Физика! Физика! Все, я, блин, две песни, короче, знаю. Идем смотреть геймплей сейчас. Должны выложить. Давай. Я все, Юля, я все. Я жду, я не могу. Когда будет? А теперь Ассасин будет. Я вас поздравляю, анонсировали новый Just Dance. Можно просто, я не знаю что. Можно все. Thanks to you, 15 years так, later, где у нас? Brand is more alive than ever. Я не могу, у меня, мне дурно. Into the world of Assassin's Creed to show you where the brand is going in the future, and we even have several surprises and announcements for you. And now, who better to introduce a showcase like this than our CEO, Yves Guillemot? Что это такое? Что происходит? Да, есть геймплей. Заходи на YouTube. Заходи на YouTube скорее. Заходим на YouTube чат. Сейчас мы будем смотреть геймплей. Ой, Killprox, спасибо тебе большое за подписку, Бладный Навазди. Спасибо. Пришлось второй раз подписаться, что произошло. Девочки, помираю. Я капец жду. Я очень сильно жду, так что... Нормально, YouTube, заходи. Прям пиши сразу, Just Dance. Можешь закрывать сайт с Ubisoft. О, давай. Да-да-да, Just Dance, вот, вот, ага. Закрывай Ubisoft Forward. Какие они красивые! Закрывай, да, ставь вот так. Давай вот с этого. Давай. О, это вот это какая песня! Офигенно! Юлька, мне так надо плакать! Блин, офигенно нарисовано, так детально. Просто нереально, просто нереально. Стрика, у меня, блин, анимация мурашки. Шубы вообще прям. Красиво. Это очень круто. И мне так нравится, как сверху нарисовано. Да, они клёвые. Там, видимо, можно выбрать своего персонажа. Да, как раньше видишь. У нас были аватарки, теперь да, ты будешь да, персонажем. Да. Блин, ребята! Новое лого, да. А где лого выглядит? Ну, там, типа, вот этот, который... Ой, прости, пожалуйста, вот этот Just Dance 2023 Edition. Он по-другому теперь выглядит. Вон, видишь, на заставочках? Ну, я считаю, что это шикарно. Это, блин, браво просто. Давайте ну, следующий. Ну, вот там ее предлагают. Чуть-чуть. Ну, опять сложно. А, приордер? Ну, ладно, давай нажмем приордер. Нажмем? А где нажать-то? Куда жать? Внизу. А... Pre-order available now. Available. Available. Ubisoft Store недоступен. Ubisoft, спасибо. Да. Погуглите, пожалуйста, нажмите сами. Спасибо. Нас просто только что опустили. Но тут ничего нового, с учетом того, что это... классические КДА, которых уже, блин, две штуки у нас в Just Dance. И... Если честно, они для меня звучат все одинаково. Да, я про это говорю, что, ну, типа, PS5, Sirius, Nintendo Switch. Спасибо! Ну, хоть Switch. Спасибо за Switch. Кирюх. Заказала, да. Заказала. Самый прикол, что у нас есть и Switch. Ну, Кирюха же есть. Купил себе этот новый Xbox и есть пятерка плойка. Повезло, повезло. Вам повезло, повезло. Слушайте, вот это вот, что было сейчас только что? Вот мы что-то сейчас посмотрели. А, вот физикл, давай. Угу. Блин, хорошенькая какая, посмотрите.
Смотрите, как они сделали камерой. Ну, если честно, я, может, выражу непопулярное мнение, но мне, меня немножко сбивают с толку перемещения камеры. Да, очень сильно, у меня то же самое, конечно. Ну, когда это, первый это раз. Это надо, да, когда это первый раз. Это надо подучивать нормально. Тогда становится легче. А сначала, когда ты видишь вот эти перемещения камеры, то есть ты пытаешься привыкнуть к движениям, а у тебя еще происходят вот эти какие-то перестановки. Популярные? Мне кажется, что так у всех, особенно в самом начале. Ну, вообще, решение с Next Gen'ом очень странное, что не будет на Xbox One. Уже хочется танцевать. Razor B. О, вот это мне очень интересно. Вау! Ух ты, какая я она. Я знаю эту песню. Я могу закосплеить ее со своими волосами. Конечно, я тоже знаю. Это суперизвестный трек. Какая хоряга крутая! Очень клевая! Но она сложная прям. Она очень легкая. Ну просто типа... Ну ладно, вот тут я упаду. Да она легкая. Сложная, блин, да я ее только что повторила. Она там скачет везде и садится. Садится, ладно. Согласна. Это да. Но она типа с повторениями. Когда есть повторения, это не сложно. Меню шикарное, да, меню вообще просто бомбическое. Больше плюсов? Танцы сомнительные? Нет, вот этот отличный, вот этот пока мне больше всего нравится. Самый офигенный. О, это что? Такая, типа, ну, не среагировала, а теперь я поняла, что произошло. Я поняла, что я... Сердечный приступ! Я поняла, что я практически не знаю названия вот этих вот популярных песен, которые крутят по радио. Ну, слушай, она уже старая, типа, считается. Уже, типа, это старая. Почему меня никогда не укачивает? Не знаю. Песня крутая, но мы опять куда-то летим. А, так это же космическая игра, господи, что же у меня все время. Это они явно в Метаполисе, смотрите. О, какой, смотри, какой сзади. Смотри, Юля, смотри. Он тоже, он такой, типа, чё? Очень классно, мне очень нравится. Can't stop feeling. И он и здесь, смотри, летит. И теперь тот! Мне очень нравится этот кот. В скафандре. А это все? А, у нас плейлист открыт. А, у нас плейлист. Это мы смотрели. Это мы видели? А, это мы видели. Давай дальше крутим. Да, да, да. Вот это мы не видели. Это на сколько человек? Опять те же самые? А, это типа наш новый гимн. Приятно познакомиться. 5 человек? А, реально, на 5? На 5! Кошки Лорика, прикинь, прям. Это вот, короче, все, нам нужно в 5. Стопудово это. Вот я тоже слышу в каких-то коротких роликах, нарезках, а потом вот так вот смотришь, и оказывается, что ты знаешь, что это за песня. Угу.
почему синий танцор похож на Артура Пирожкова? Куда деньги заносить там? Капец. Да не, не может быть, что это сольный трек. Смотри, они выходят по одному. Да, это нифига не сольный трек. Хотя нет, Котик и Космонавт. Они периодически делают какие-то странные перестановки, которые непонятно, как повторять. Так, Physical у нас же был. Да. Razor B у нас был. Stay. Вот это мы не смотрели. А, вот это вот. Слава богу, мы ее не смотрели. Тебе нравится Ава Макс? Я вообще не знаю, кто это. Она копирует Леди Гагу. Ей уже минус сразу за это. Я тебе покажу ее потом фотки. Это просто, просто ужас. И это не только мое мнение. Это, в принципе, все... А, песню я где-то слышала. Ну, конечно, она песня-то известная. Распутин на фоне, да. Так тут везде пятерых скорит. Здесь тоже пятерых скорит. Вот там-то было пять коучей, но они типа скакали и как-то вот... Да, кстати, костюм Hot and Cold. Она и тут умудрилась украсть. Короче, какой-то танец для девочек. Все. Я просто не могу разведеть певицу. Ну, типа, она... Мне не нравится. Вот вообще не нравится. Все, мы все посмотрим. А вот трейлер, анонс игры. Во, давай анонс игры еще посмотрим. Там, или мы же все треки посмотрели, да? О, видите, да. Типа, Nintendo Switch. Да, но здесь мы понятно, мы это все видели. Меня интересует вот меню как раз. Сейчас мы дойдем до меню. Мне же нравится, что все с космосом. Спасибо, Ubisoft. Вы знаете, для кого делать игру. Меню покажите еще, пожалуйста. Сейчас. Блин, это вообще, это новая игра. Абсолютно! Новая игра. That fits your every mood. We also invite you to... Как же это круто. Вот единственное, да, что тупым, что кажется тупым, это, блин, что это все выйдет исключительно на новых консолях. Ну что ж, я скажу честно, я очень жду 23-й Just Dance, потому что... Да, страшно хочется посмотреть. Очень хочется посмотреть, очень хочется. Мне еще очень интересно, как будет скориться. Как же будет скоринг? Так, интересно. Да. Именно... А на чем ты будешь проводить, вот если, например, на мероприятие? На свече. Ну, я и так провожу на свече. Ну, да, я и так провожу на свече. Точно. То есть, да. Спасибо вам огромное, ребят, что посмотрели это с нами, разделили этот момент с нами. Сегодня действительно прикольно было... Прикольно было. Интересно. Было очень здорово, Юля. Мы с тобой третий год подряд. Слушай, а может быть, они специально выпускают каждый год Just Dance, чтобы мы с тобой встречались? Да. И проводили стрим? И пили компот. Все, погнали, мы вас очень любим. С вами были Space Mitai, Кошка-Морошка and Ubisoft. Ubisoft. Ubisoft.